Несколько дней назад президент Турции сообщил, что не исключена его встреча с Николом Пашиняном 6 октября в рамках саммита Европейского политического сообщества. Сегодня турецкие СМИ четко заявили, что встреча Пашиняна и Эрдогана состоится в Праге 6 октября. В беседе с I-168-AM тюрколог Тиран Локмагизян прокомментировал встречу Пашинян-Эрдоган. «Я думаю, что не только граждане, но и Никол Пашинян узнали из турецкой прессы, что он обязательно встретится с Эрдоганом. Для нас это новость, а для Пашиняна – указание. Они приходят либо из Турции, либо из Азербайджана. МИД Армении или Пашинян не знают, что Турция будет делать дальше». По словам Тирана Локмагизяна, если представители высшего уровня страны сидят за столом друг с другом, значит, они уже обсудили друг с другом вопросы и осталось поговорить о принятии по ним решения. Другими словами, они положили конец этой проблеме. То есть, если Эрдоган встречается с Пашиняном, значит, все решено, и теперь надо ставить точку. Сейчас они выдвигают свои требования к Николу Пашиняну, а он их только выполняет. Конечно, здесь есть мешающие элементы, такие, например, как Россия. Но я думаю, что усилилось давление на Армению. Тем не менее, давление оказывается не на Никола Пашиняна, а на армянский народ, потому что Пашинян является частью этой игры, и он тоже в этой игре. Эта игра настолько примитивна, что все и так видно. Надо быть слепым, чтобы не заметить все это. Заключил Тиран Локмагизян. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.